Это у нас заброшенная больница завода ТРЗ. Сейчас мы попробуем пробраться вовнутрь. Не знаю, даст это или нет. Здесь везде забор. Попробую сейчас с той стороны зайти. Это у нас левое крыло. Везде забор. Сейчас попробую сзади пройти. У нас здесь ворота открыты. С заднего хода. Пойдем смотреть, что там. Надеюсь, там никого нет. Из охранников. Кошка есть. Тут гаражи. Эксплуатируется, наверное. Я даже не знал никогда, что здесь больница ТРЗ бывшая, брошенная. Заходим вовнутрь. Интересно. Тут у нас подвал. Черт, опять я фонарик забыл. Отделение или чем муфан? Ладно, пойдем сверху начнем. С самого верхнего этажа. Начнем. Хорошо, хоть открыто. Все. Лазить нигде не надо. Сталинских времен постройки, по-моему. Второй этаж. Прямо второй этаж. О. С чердака что начать? Лестница тем более есть. Она не рухнет. Ладно, потом. Паркетный пол. Здесь что, санузел. Санузел. Чугунный стояк в руле. Интересно, когда же ее бросили? Какие года? Прохожу сквозь дверь. Мебель, письменный столик. Кстати, неплохой. Можно приспособить куда-нибудь. О, труба металлическая. До сих пор не скрутили. Палата, наверное, больных. О, здесь дверь открывается. Бруски хорошие, кстати. Окно прям новое почти. Наверное, не видно. А что у нас такое? Какая-то процедурная, что ли? Судя по трубе, пластиковой, канализационной.
Я недавно все это бросил. Розетка радио, что ли? Радио, походу. Ой-ой-ой. Так, а что там, балкон, что ли, еще есть? Что-то я не обратил внимания. Здесь бомжи ништяки свои перебирали. Видеокассеты есть, пожалуйста, кому надо. Правда, кому они сейчас нужны? Кстати, балкон, точно. А, нет, это этот пожарный выход с лестницы. Здесь открывается. Забито. О, зеркало хорошее. Это замечательная хрень стоит. А, светильник. Окна разбили. С той стороны, видать, кирпичи кидали. Потолочная плитка отклеилась, естественно. Вот еще можно трубу отрезать. Розеточка. Две. Еще зеркало надо, кстати. Но зеркала нельзя брать, поэтому никто не берет там. На балкон выйти, никто меня не увидит. Балкон, чик. Это у нас здесь парадный вход с этой стороны, где мы не смогли пробраться. Там было все закрыто. Ай. Тут вестибюль, наверное, лавки стояли, люди сидели там, телевизор смотрели, я не знаю. Стекло наступил. Чувак. Труба чугунина. Видать, слив с крыши. Так, это мы, короче, правое крыло второго этажа посмотрели. Идем в левое крыло. Гипсокартонные перегородки. Ну, наверное, в 90-х годах, как обычно, у нас все бросалось. И бросили этот объект. По-моему, еще лет 100 простоял. Дебилы какие-то ногами проломили. Тут еще один балкон. Что-то туда неохота заходить. Это улица генерала Епишева, если что. Так, провода. Какие провода? Алюминиевые, скорее всего. Да, алюминиевые. Запах такой из старых домов прям. Когда очень-очень старые дома есть, то у них у всех такой запах. Характерный шкафчик. Карточки какие-нибудь лежали, наверное.
бумажки, анкета, GSM информ, номер телефона. Не знаю, откуда это здесь. Но мы идем дальше. Да здесь тоже, короче, со мной. Правое крыло идентично левому. Тюбинину выломали. Да, металлолом. Пожарный кран стоит. Тоже палата. Офис 9 какой-то. Что за офис? Двери тоже нет. Проходим сквозь дверь. Короче, металла здесь еще много. Большая комната. Тоже гипсокартоновый, кстати, по-моему. А, нет. Интересная комната. Кстати, светильники советского образца. Еще могут 100 лет работать. Кабель-каналы. Здесь чего? Распитие спиртных напитков происходило. Краска отвалилась. Один мне подписчик сказал про этот объект. Я даже и не знал. Интересно. Календарик. 450 лет Астрахани. 2009 года, короче, календарик. Что, неужели в 2009 году его бросили? Это же совсем недавно. Тоже на балкон выход. Так, ну что это у нас? Второй этаж, все что? Второй этаж, все, прошли мы. Вот весь второй этаж. Так, вот сюда я не заходил, по-моему. Здесь прям какое-то маленькое помещение. Эхо такое. Полочка. Газеты, журналы. Из ДСП. Так, что сейчас? На первую или на крышу пойти? Сейчас подумаю. Короче, я все-таки на крышу залез. Не на крышу, на чердак, вернее. Здесь темновато. Голубей много. Вон помета сколько глубину. Так что я не знаю, будет здесь хорошо видно или не очень.
ломаного шифера много. Меняли, кстати, шифер на новый. Как туда залез, голуби трухнули, улетели все, штук 20 сидел. Причемновато, не видно, наверное, будет. Там еще лестница на крыше, что ли? На крышу я не полезу, потому что вешу много, шифер проломится. Так, как мне здесь пройти? Я не пройду, надо с той стороны, наверное. Запах такой, как в курятнике. Кстати, трубы металлические. Полно труб, кстати. Как еще здесь эти металлисты не добрались. Вон еще трубы. Может, ее еще восстанавливать будут. Опа! Я думаю, бы ее стоило восстановить. Здание добротное. 100 лет простоит еще. Если за ней ухаживать, естественно. Чуть за ящики так здорово. Пойдем дадим посмотрим. Расширительный бачок он. Вот два голубя земля. Ждут, когда я свалю. Туалеточка стоит. Нет, просто стальная какая-то проволока. Что туда, я думаю, не стоит идти. Все то же самое. Это несколько фильм не снимать. Детективы. Тоже шифер, помню, очень интересно. Ладно, пойдем сейчас на первый этаж. Спуститься бы только в нормально. Чердак здоровый, метров... До конька, наверное, метров, так, 3, 4, 5, 6, наверное. Ладно, на первый этаж идем. Ну вот спустился я с чердака. Кстати, вот в этих вот светильниках, на тех катушках, может быть, медь. В тех черных прямоугольных катушках. Ладно, мы, короче, спускаемся на первый этаж. Автоматы. Так, идем тоже направо, вправо сначала. Да, короче, точно такая же планировка. О, калькулятор. Раритетная вещь, кстати. Тут как массажер использует.
писать. Короче, здесь этот, видать, какой-то бомж складывает ништяки свои. Временное хранилище, так сказать. Ты здесь что-то горело. Да, сожгут его когда-нибудь. Какая-то лаборатория, что ли, здесь. Столько мензурок, фомфыриков. Блин, интересный объект прям вообще. Че это такое? Линемент. Хлороформный, сложный. Термопон. О, что здесь? Бланки. Отчет по расходу перевязочного материала узловой больницы АТРЗ. Узловой больницы АТРЗ. Айкол. Блин, здесь год написан, интересно. 96-й год. Это лекарство сделано. О, шприцы. Шприц инъекционный многократного применения. Такие раньше были. Многократного применения. Кто знает, когда это здание бросили, пишите в комментариях. Интересно прям. Тоже здесь всякого хлама. Навалено. Темно просто, плохо видно. Трубы, кстати, пластиковые. Уже, блин, современного образца. Вешалочки. Приклеены сильно. Так, здесь что-то открыта дверь. Ну что, бабы какие-нибудь. Попробуй туда метнуться. Или там бабы какие-нибудь. Кажется, не очень сильно. А, вот здесь сам пожар и был. Сам пожар здесь и был. Унитаз с бачком, но не видно. Унитаз целый, кстати, бачок целый. Вот. Дверь как сгорела. Обгорела. Один пожар перенесла. Больница. Вовремя потушили, наверное. А может, это просто копоть. Медь отжигали, наверное, бомжи. Закоптились стены, потолки. Ртутные лампочки. Скорее всего, просто медь отжигали. Потому что такого прям... А вообще дверь-то сгорела. С Новым годом!
дорогие товарищи. Лампа он еще блестит. Короче, последняя комната, правого крыла, первого этажа. Сюда натикнем. Только там на втором этаже вот здесь зеркало висело, есть, нет? Пойдем в левое крыло. Генеральный упор ежемесячно. Хотя бы раз в месяц. Глаукома. Там сам бюллетень. Место отдыха. Книги даже есть там. Раньше какой-то читал. Чернышевский. Пролог. Побежденные вершины. А тут регистратура была. Карточки тут на эти всякие выдавали там. Выписки. Всякую фигню. А? Порядок действий при возникновении пожара. Профилакторий завода от Эрозайта. Тут я смотрю, что-то балконов много, эти профилактории, как обычно бывает. Так, первый этаж. Коридоры, вахтеры, кабинет. Администрация. Тенториум. Урова, гемопад. Второй этаж. Тебя вот, оказывается, надо было сразу зайти, посмотреть. Это главный вход. Вот здесь охрана сидела, наверное. Вешалка вот. А, это гардероб, короче. Какая нафиг охрана в те времена? Главный вход. Дверь открыта, пожалуйста. Заходи, кто хочет. Здесь землю кто-то натаскал. Зачем здесь земля? А? Это, наверное, в этих хреновинах было. Блин. Пластмасс какой-то наступил. Это горшки для больших пальм, цветков. Их здесь высыпали просто. Лед. Мусорное ведро, полное воды, замерзло. Вход в бахилах или во второй обуви. Я не взял бахилы. Ладно, мне так можно. Здесь у нас что? Магниты сняли, колонки были. Магниты сняли вон. Савдепские колоночки от проигрывателя виниловых дисков. Печати. Тут в зеркальном этим отражении, короче, что прочтешь. Что там написано? Вакцинация. Мод. Смотровой кабинет. Розеточка.
Предупреждение пролежней. Вещь. А что у нас здесь? Смена постельного нательного белья. Блин, столько музейных экспонатов здесь. Интересно, что это? Так, телефон, сейчас, секунду. Так, продолжаем. Что такое? Какая-то замечательная хрень. Непонятно, что это такое вообще. Банки с проводами. Идем дальше. Карточки этот больных засомнились. Годы. Рождение. Вентилек-то новый. Сейчас будем рублей 150, наверное, стоить. Секунду, опять телефон. Выходим отсюда. Мы, короче, все левое крыло разведываем первого этажа. Симптомы. Это, короче, для этих, для больных, чтобы они свои симптомы изучали. Азопирамовая проба. Короче, походу здесь анализы сдавали. Светильник. Так, а здесь что? А, ну это, наверное, туда. Да, второй вход. Тоже какой-то запасной выход. О, карточки больных. Надо же, карточки больных все покидали, блин. Молодые, даже моложе меня. Есть. Ладно, что здесь, здесь карточек полно. Лазить. Кто-нибудь, может, придет, свою карточку найдет. Дом положит. На память. Закоулок столько. Разных всяких. Диван. Диван уже, по-моему, приперли после того, как забросили этот объект. Уже, наверное, приволокли, чтобы здесь на чем-то лежать. Потому что такие диваны в больнице навряд ли были. Здесь ничего интересного. Погнали дальше. А ну все, короче. Первый этаж кончился. В подвал бы сходить, но, блин, я фонарик опять не видал.
попробовать сходить. Телефоном посветить. Все равно телефоном ничего не видно будет. Сейчас. Короче, фонарь включил на телефоне. Блин, нифига не видно тут. Вообще, на камере темнота будет, да? Полнейшая. Не подумал про фонарик-то, а? Шатка. А там вообще ничего не видно. Блин, подвал здоровый, во весь рост ходить можно. Короче, 2 метра, наверное. Страшно, конечно, тут. Короче, обычный подвал, что здесь. Смотреть-то нечего так. Здесь завалено все. Рамы какие-то. Бойлерный бак здоровый. Стальной. Блин, отлично сдвинем. Рушится потолок. Здесь хоть чуть-чуть посветлее. Как-то свет попадает сюда. Фуф. Вонище тут. Короче, электрощитовая какая-то. Щит, короче. Да нифига не видно будет. Я уже вижу на камере, что не будет видно. Кстати, здесь теплее намного. Все-таки подвал. Там еще второй вход был в подвал. Пойти там попробовать залезть. Вот здесь вот где-то, да. Так хоть глянем, что там. Я-то так вижу более-менее, а на камере-то не будет видно. Короче, типа бункера, блин. Ничего не интересного. Кушетка тут стоит. Такая вот, как эти, на процедурных кабинетах бывает. Столик. Короче, здесь подвал, кстати, тоже чем-то оборудован был. Потому что здесь плиточки все обложено. Нормально, в принципе, все сделано так. Ремонтик. Вот такая плиточка везде. Короче, здесь тоже что-то было. Прожектор целый брать надо, все равно даже с фонариком там еще ничего не будет. Включаю. Так, фонарик выключил. Отделение лечебных ванн там было, точно. Что, вокруг пройтись? И снимать.
О, меня спалили, кстати. Мужик на машине с этих гаражей выехал. Вот такая больница профилактории завода ТРЗ, тепловозоремонтный завод. Там я показывал вот эту лестницу. Решетка, где была на втором этаже. Вот гаражи здесь только функционируют. Видно, больницы, гаражи были. Как бы сказать, гаражи нужны всегда. Да что ж вы гавкаете-то? Кс-кс. Вентиляция. Дверь в никуда. Вот еще один вход в подвал. Подвал хороший там, конечно. Ворон, на меня гавкает что-то. Охраняют объект. Короче, парадный вход. Точно они на меня. Подай. Подали. Атакуют. Вот такой обзор. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки.